Всем привет! Продолжаем смотреть картины. Хендрик Геритс Пот, голландский художник Золотого века, который жил и рисовал Харлеме, где он был офицером милиции. Я цитирую переводную Википедию. Родился в Амстердаме, провел свои ранние годы там и Харлеме затем. В 1632 году отправился в Лондон, где нарисовал королевскую семью. Жил с 1633 по 1648 год в Харлеме, после чего переехал в Амстердам, где и умер в 1657 году. Служил деканом Харлемской гильдии Святого Луки и старостой гильдии. Пот, вероятно, был учеником Карла ван Мандера, как и Хальс, и они, скорее всего, знали друг друга. Картины Пота иногда были аллегорическими по сюжету, и он также рисовал групповые портреты. На его творчество оказал влияние художник и гравер Вильям Байтевех. В Лондоне в 1632 году он написал портреты короля Карла I и королевы Генриетты Марии. Эти портреты хранятся в королевской коллекции в Лондоне. Писал жанровые сцены, знаменитые картины «Веселая компания», сюжет которого происходил в борделе. Это популярная тема голландских жанровых картин, голландской жанровой живописи. Более старшие возрастные работы, темы, затронутые в работах, это красота, возраст, смерть. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти о Хендрике Геритсе Пот, голландском живописце, художнике Золотого века, который жил и работал в Харлеме. Все, всем пока, всем привет, немного, но тем не менее, смотрим картины этого художника. Пока-пока, до свидания.